Кузьмах. Киношечку будем смотреть, старую добрую. На eBay 21500. Что на eBay? Скрытая реклама сока. Не скрытая, а открытая. Джошка! Джошка, иди сюда, давай тебе перед Ведьмаком покажем. Стрельба по кокосам, уважаемая. Уважаемая стрельба по кокосам. Ай, ты хорошо. Кокосы, кокосы. Ура, кокосы. Ладно, мы этот видос уже видели много раз. Видим недовольного человека. В смысле, что значит 21500? Ты залагала, сволота. А звук у меня целиком полностью пропал. А нет, все заработало. Жошка. Жошка, иди сюда. Иди сюда, я тебе крекер дам. На чем мы остановились, уважаемые? Остановились мы на том, что мы пришли в новый город. Я не помню его название. Я помню о том, что Трис уперли. Трис уперли, оглушили. Другую волшебницу убили. А Трис в очень плохой ситуации. Трис была заморожена заклинанием каким-то уменьшением. Вот справляется лучший мудрых Макс Рипост. Папа, ты, возможно, удивишься, но плотва роуч по-английски. Только если ты по-любому англичанин скажешь роуч, то он подумает про таракана. От этого иди и договорный фотошоп с Геральтом и тараканами. Да, да, я видел эту тему. Я тоже сначала подумал, что поймут ли они, что имеется в виду плотва. Трошка, вот еще крикер. Что ты слабо ешь? Дожри крикер, говорю, вот. Любинка маленькая. Сегодня мне любимая девушка подарила обнимашки. Мои поздравления, братан. Так. Во имя великой цели. Сохранение игры. Собственно, мы с Верном Роше. Так, это не лол. Слушай, ты запутался? Слушай, запутался во всех проводах. Спаси Трис, плизики. Спойлер. Трис будет спасена. Ха, пойдет спасать Трис. Знакомая долина. Эта дорожка ведет к воротам города. Мы уже близко. Тут везде следы гарпий. Когда ты был тут? Это Йорвит. По вашим меркам давно. По вашим меркам. Не будем терять времени. Подожди, что значит по вашим меркам давно? Я вообще-то тоже столетний житель. На тебе. Вы видели, а... На тебе. У меня, кстати, репоста пока никакого нету. А чё у меня по медитации? Чё у меня по лолам? Здесь нельзя выполнить это действие. Гарпи просто по грязи. Так, тихо. Так. Квен. Изи. Я смотрю, Верно на Роше уже отросли. Да, я тоже думал сначала, что это Верно на Роше, а это Йорвит. Тут нам, да, не упасть бы. Так. А, тут нельзя упасть. Так. Так, там эти как? Горы клик, пробел. Эти горы видели упадок двух цивилизаций. Сначала Враны, потом мы, Айн Сейдхи. Прикольно, прикольно так построены, интересно, игры, что как бы они ежу, понятно, явно ориентировались на произведение Сапковского. Ну, это вопрос, даже не вопрос, это ежу, понятно, ну, вы перегружены. Ой, набрал-то дратвы-то всякой. Трофей Драук. Так, где у нас мутаген радиус? Ну, кстати, комбятся как-то, я не помню. Мусор. Список пуст. У меня нету мусора, ребят. Все в порядке. Господи, где я набрал? Так, пушки хотя бы. Пушки, армор. Доспехи из Альткирка. Доспехи из Альткирка. Весят дофига. Усиление. Нет, мне нужны ингры. Компоненты. О, здесь вот железная руда. 4, 6, 30. Когти гарпи. Когти гарпи 30 весят. Японский магнитофон.
Жалко, сортирования по весу нету. Я бы выкидывал просто самое... Самое мерзкое. Дратва. Дратвы спокойно. Я все равно крафтами не занимаюсь. Просто минус вся дратва. Сейчас, подожди, здесь меня спросят. Да, тут минус 90 дратвы. О, изи. 10 этих пока достал, и хорошо. Привет, Саша, у меня сегодня день рождения. Не может быть, увидят ночи. Падение третьего. Сквир, с днем рождения, это братан. Это эльфы уничтожили вранов. Нет, их убили климат вот и болезни. Вот тебе, брат, есть еще. Покидайте когда-то человеку тортиков. Цветы, он только на Твиче, а так что только стоит. Понтера не замерзали круглый год. Есть по весу. Есть по весу? Слева вверху в углу значок гирьки. И слева вверху в углу значок гирьки. О! Изи. Сукно. Когти гарпии. Вот так вот по мелочи я набираю себе сотку. Офигеть, кожа. Девятку весит. Ладно, когти гарпии нужны. Или когти гарпии нужны, или перья гарпии. Нет, подожди, когти гарпии не нужны. Перья гарпии нужны. Когти гарпии надо выкинуть. Правильно. Компонент обычная вещь. 240 на продажу. Денег у меня 1500. Блин, я бог. Ладно, оставлю. Иди-ка сюда. Холера. О, какие вы жирные. Нафиг, нафиг, нафиг. Геральт, скрывай боль от перекатов. На тебе, на тебе. Я тебе еще отравляю. Еще и поджигаю. На тебе, сильная атака. На тебе, на тебе. Давай хап повернуть через пару часиков. Давай. Крит, крит, критикал GG. Меч в ней оставил, меч чуть не улетел. А теперь меч в руке. Ох уж этот понторез Геральт. Когти гарпии. Когти гарпии мне вообще зачем нужны? Блин, вообще на самом деле, поскольку у нас сегодня чуть куда более плотный стрим по Ведьмаку, чем обычно. Что здорово. Я хочу, знаете что, я хочу разобраться наконец-то в алхимии и крафтах. Я этого никогда не делал. Ну и думал, что нафига в этом разбираться, потому что я все какие-то маломальские адекватные шмотки найду по дороге. А если я буду... Ой-ой-ой, нифига себе! Тихо-тихо-тихо-тихо. Вы не можете использовать этот предмет? Подожди. На какую кнопку я забыл? F, может быть. Подожди. R, R, T, G. О, ладно, гасите его. Ой, изи, изи полутан, полутан. Йорвита не бейте, не страшно. А почему у меня осталось... А, нет, X... все нормально, я нашел. Хочешь Ведьмака до конца пройти на марафоне? Да, 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 мы сегодня Ведьмака идем до конца. Тут по разным меркам разное. Говорил про Сапковского. Смотри, такая ситуация, что много того, что много из мира Ведьмака Геральт сам знает, причем очень хорошо. Вот, например, практически сам, ну, Геральт прекрасно знает про историю эльфов. Вообще все очень хорошо с самого начала, уже давным-давно его это вообще в Хайрморке научили. Самому Геральту по сотку лет. То есть он... Как бы, вот он Йорвит говорит, да, типа, по вашим меркам много. Ну, блин, Геральт живет не как люди, Геральт живет очень долго. В любом случае, если я... Когти гарпии мне понадобится много? Меч серебряный возьми нубас. А я и серебряным бью. Зириканская сабля. Или не серебряным. Всего доброго, Ульдромео. Блин. Походу я реально бил не серебряным мечом. Лол, да, я реально бил не серебряным. Йорвиту, как я понимаю, за кослет. Ну, кстати, да, возможно, Йорвиту дофига. Ну, не меньше трех сотен. Волчок 24. Что Волчок 24? Подписался или что? Или ему день рождения? В третьей части ему 100 лет, хотя выглядит он там на 40. Ну, он типа этот же. Мутант, он не совсем человек. Грубо говоря, много из его человеческих сап. Новый сап. Волчок 24, спасибо, братан, за поддержку. Вот тебе, брофист. Много из того, что есть человеческого рыцари в нем. Пылающие розы на мирных переговорах. Интересно, убито. Кого они представляют? Того, кто им заплатил. Самое... Ага.
Давай, они поговорим разбили лагерь за пределами города. Значит, они здесь неофициально. Приехали на рыбалку? Может, они не хотят привлекать лишнее внимание? Эйльхард держит дракона за пазухой. Король Родовит призвал рыцарей Ордена. Добавь к этому еще Шиалу и Хенсельта. Интересные получаются мирные переговоры. Угу. Кто да. их мог пригласить? Родовит. Теперь Орденская падаль начнет разжигать костры под риданским флагом. Особенно им нравится жечь чародеек. По крайней мере, так говорят. Родовит видел, что Орден сделал с Вазимой. Он видел помешательство прежнего великого магистра. У короля должен быть очень веский повод, чтобы призвать их к себе. Все ясно. Ему потребовался кнут против Филиппы Эйльхард. Угу. Не нужно, чтобы они тебя видели. Да, сейчас знаю. Для них хороший эльф, мертвый эльф. Нет, не поэтому. Потому что ты Йорвит. Я попробую Эминем. Пробраться в город Эминем, через братан. Пещеры. И тебе тоже советую. Рыцари Ордена наверняка знают, что я в розыске. Ты знаешь другой путь? Здесь неподалеку есть пещера. В Лок-Муине ведет много дорог. Если Родовит взял сюда рыцарей Ордена, остальные, должно быть, тоже приехали при охране. В городе наверняка полно солдат. Все сидят вооруженные до зубов, словно на бочке с маслом, и ждут, с какой стороны проскочит искра. Но это дает нам шанс. Если правители наглухо закрылись в лагерях, разве? То передвигаться по городу между ними можно волчку, сравнительно ладно. Безопасно. Волчок, правда, пойдем, здесь. Пока нас не заметили. Не переживай. А. Так, F5, да, у нас сохраняшка? F5, игра сохранена. А, собственно, идем за Йорвитом. Слушайте, нифига, Геральту не 50-60. Нифига, 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 нифига. Еще очень интересный аспект, что у него, как у Ведьмака, у него притуплены чувства. То есть, во всяком случае, может быть, потом он от этого как-то избавится, но вообще у него притуплены чувства, вообще все. Эмоции именно. Хорошо, что ты здесь. Смотри, кого я нашел. Татуха на шее, да. Держись от него подальше. Это и... Ты уже забыл, что такая же тварь жила у моей пещеры? Да. Да-да-да. Как раз-таки... Эндрига, или как там их зовут? Эндрига, да. Ой, Эндриаги 3 из 3. Изи Эндриага. Эндриага-воин. Вообще неинтересно. Она ядовитая, правда, так что лучше атаку не получать от нее. О, вот так вот додж сразу делаешь, и все. Ай, фак. Ну, мы идем по пути мечника, у нас вообще совсем нет проблем. Мы просто очень много наваливаем с руки. Реально... Лол, Геральда того же озвучил, что чувак, что и Рейнера. Здесь, кстати, здесь я уже забыл, но в Ведьмаке третьем, да, того же самое, что и Рейнера. Я забыл, как зовут этого актера, он очень крутой, он много чего озвучил. Он Джоэла озвучивал, Геральда. Железная руда? Мне не надо столько железной руды, на самом деле. А, это я просто эти штуки лутаю, как демон. Обнимашки всем. Вот он, главоглаз. Мы его уже убивали, одного такого. Да, просто надо... Он через некоторое время... Ты его как бы... Да ладно. Вот так вот, иксом убил главоглаза, изи. Не, я понимаю, что путь мечника жесткий какой-то, но это вообще ни в какие ворота. Можно сложности повысить, это грязь какая-то. Хотя у нас предпоследний уровень сложности. Хотя, наверное, я думаю, что если сделать последний, уже будет совсем жопа. Нет, само собой, мы его лутаем, в нем мутаген должен быть хороший. Где главоглаз? Арены, эльгарские кожаные штаны. Нет, не хочу ни эльгарские кожаные штаны. Всеволод Кузнецов. Это после лова, просто тебе легко с руки раздавать. Папа, у меня днюха через 40 минут, можно обнимашки? Нет. Вот будут обнимашки, тогда поговорим. Будет днюха, поговорим об обнимашках. Саня, со мной лучше не спорить, где я читал, играл в свои игры, Геральту 50-60, а под 108 миру. Учитель, на бас не позорься. Ну ладно, хорошо. Я доверюсь твоему опыту. Ты все равно на карман. Так, арены. Серебряное кольцо, господи, какая кайфуля.
Интриги глупые. Пацана съели, кольцо не съели. Посчитай, что кольцо не питательное. Так, подожди, что за фигня? Я что-то видел. Где? Железная руда. Мы будем что-то крафтить? Ну, если крафтить, наверное, не ж... Есть серебряное, тогда на серебряном мече, железное на железном мече. Все тупо, тупо как есть. Ладно. Проверяем, сколько у нас талантов. Если... Если много, то... 4 таланта. Ой, у нас осталось 1000 всего до нового левела. Давайте на новом левеле прокачаемся. По ту сторону города есть поросшая лесом долина. Когда-то в ней было полно зверя, а теперь она мертва. Через нее в город приехали королевские посольства. Староватый для этого. Саша, я тут не сплю, не сплю. Не спи, не спи. Так, здесь. Вы перегружены. Господи, я вечно собираю всякую гадость, блин. Гирька, сукно. Сукно у нас 70... Шкура Эндриаги. Блин, я 14-7 шкур взял. Уже куча, куча веса. Куча веса огромная. Огромная куча веса. Давайте минус сукно половину. Половину сукна сразу вываливаем. Шкуры Эндриаги тоже половину вываливаем. Что-то они валятся как хрен знает что. Знаю. Поэтому мы ее и обошли. Так что убило врана? Чек ВК, нет, дружище, сейчас не да. Климат менялся. Не до ВК. Становилось холоднее, и еды у вранов оставалось все меньше. И как охотники начали спускаться в долину, где уже появились первые люди. Изи можно отдаться, когда они тебя окружат. Воспаление легких, раны начали болеть. Дизентерия, тиф, ребята. Как все, как в реальном же мире. Губят людей. Наконец книги, когда его убили в Риме, пись. О. Спойлерок. Будем они их убирать. Слюна гарпи. Способами. Да, давайте облутать все, будем систему канализации, вроде эльфских. Но становилось все холоднее. И большую часть года каналы были во льду. Когда пришли эльфы, город был уже мертв. А Энсейдхе отстроили его, вернули этому месту прежнюю красоту. А через много лет пришли люди. Маршал Раупиннек доказал, что его армия смертоносней люб... Вот мы и в Локмуине. Это какие-то предместья. Думаю, нам нужны центральные кварталы. Угу. Идем. Заброшенный город. Ты так-то впервые ведьма говорил, где-то говорят умник. Нифига себе, что за демоны. Ни хрена они дамажат. Во-во-во, тихо. Тихо-тихо-тихо, F5. Нельзя сохраниться, хотя бы кушечку. Так, у меня еще и ласточки нет. Они сейчас Йоры это завалят. Гаргулья. Ой, как больно. Вообще раздали. Они такие демонические. Не-не-не-не-не-не. Загрузить. Загрузить, да-да-да-да-да. Нифига себе. Что-то они разбили вообще так жестоко щачло. Но сейчас они, скорее всего, мы как лукмейны зашли, они нам сохранили. Так, не понял. Троллишь меня? О-о-о-о. Сколько проходить. Какая боль. Япона, мать. Ну, я и нафейлил. Я вообще не думал, что там автосейва нету. Ладно, автосейва нету. Я вообще не думал, что они меня так развалят. Домой, просто боль. Ладно, хорошо, сейчас будем аккуратно проходить. Аренки. Так, ладно, этих убирать не будем. Только, только арены и серебряные. Как у вас столько уродилось? Ну как раз ты его не лутнул, кажись.
Не-не-не, его я лутнул. Еще чувака с серебряным кольцом здесь помним. На перекатах до него. Забираем дань. Там гарпий немножко. Сейчас Юрвит со мной начнет разговаривать. Историю мы эту хладную слышали. Полхимичи ласточек сохраняется. Да, я понимаю. Когда-то в ней было полно тут-то изи. Теперь она мертва. Через нее в город приехали королевские посольства. Надо не торопиться, гарпии окружив могут убить. Здесь, кстати, заранее надо будет ласточку взять. Опять глаз не лутну. Удвой, забей на глаз. Забей на глаз. Знаю. Поэтому мы ее и обошли. Так что убило вранов? Шли годы, климат менялся. Становилось холоднее, и еды у вранов оставалось все меньше. Сохранились их здесь. Охотники начали спускаться в долину, где уже появились первые... Смело. Сразу выпиваем ласточку. Эликсир. Ласточки у нас две штуки. Да. Надо на новых накрафтить. О, выкинул. Вот откуда стеклянные банки на пляже. Вот кто намусорил. Когда пришли эльфы, город был уже мертв. А Энсейдхе. Сейчас такая просто прервется. Вот. Опа. И в Локмуине. Найти Филиппа Эльхарта. Какие-то предместья. Думаю, нам нужны центральные кварталы. Дратва, кожа, камень, стихии. Идем. Нет, все фигня. Так, здесь сохраняемся реально. Что после ведьмака? Исаак. Так, лезем на горгулей. Само собой, Квен. Три горгульи, жесткие демоны какие, короче. Блин, причем они сначала такие как бы никакущие. Давайте быстро вкусить одну. Получай. Так, пока Квен не сбит, все хорошо. Ага, здесь сейчас будет сбивачус. Я думаю, ее надо сильной атакой атаковать. Они медлительные. Нифига, они не медлительные. Квента сняли. Дамажить каждую по одной, это все фейлово. Надо подождать, пока Йорвит спулит хотя бы одну. Ху, она еще и блочит. Добрый вечер вообще. Игра. Так, подожди. А че мне бестиарий говорит? Че мне бестиарий говорит? Где у нас... А, не-не-не. Б или... Ж. Журнал. Че мне бестиарий говорит? Чудовище. Дракон. Ой, колоссальные монстры. А ничего мне бестиарий подсказывает. Ничего мне бестиарий не говорит по поводу горгули. У меня там только дракон почему-то. У них есть подчаржик. Йорвит вспулился, хорошо. Так, здесь картечь. Пробуем. Так, ну так давай, юзай картечь. Нержи вроде как, да? Я в себя попал, типа? Ей! Просто в куда-то, просто куда-то не туда картечь кидаю. Куда-то она у меня... И чего? Забаговал я все. Йорвита там просто гасят. Пока Йорвита гасят, я буду бить одну горгулью. Силовыми. О, кстати, силовыми хорошо заходит. Лол, изи горгулья. Супер удар тупо разбивает горгулью. Изи. Анцелот. Анцелот 29-12. Не понял, прости. Это четвертая горгулья, мне кажется. Они еще падают с крыши. Они вот еще есть. Они по очереди включаются, я понял. Типа стамина файт какой-то.
Отлично, отлично, камень получился. Анцело 29.12. Спасибо большое, братан, за поддержку. Сердце Гаргулия. Это вот нужная штука. Вот эти ингры я соберу. Взрывается еще. Анцелот 29.12. Спасибо большое за поддержку, тебе профист. Хдуш! Я обнимашки. Так, регенерация круг выносливости. Здесь мы. Сердце Гаргульи. Ничего не весит, ничего не стоит. Вы перегружены. Вот это ничего не весит, вот это ничего не стоит. Так, сукно. Камень стихий. Не знаю, буду ли им пользоваться. Ставлю парочку. Сукно. Шкуры индряги еще. Что это за юнит? Ты хоть знаешь, что игра идет после книги, и ты уже всю книгу заспойлерил, нет? И ты уже знаешь, какие персонажи живы остались. Ну, как бы, теперь знаю. Да, я что-то такое припоминаю. Я стараюсь такие вещи в голове не держать. Ну, вообще, во-первых, я ничего не держу в голове. Тут все очень просто. Во-вторых, старайся на таких вещах не думать, чтобы как бы не было одного большого спойлера. Понимаешь, ну как бы я читаю книжку после того, как играю в игру. Так, здесь какой-то прогруз идет. Непонятный. Все, вот он, прогруз прошел. Грустный прогруз. Заходим в какую-то грустную локацию. Дверь за собой закрывает. Хитрец. Че ты меня водишь? Интересно, я успею пролезть? А, успел. Хе-хе-хе. Филиппу скрутили в последний момент. Она едва заклинание не произнесла. Гниет теперь в риданском подземелье, ага. В особых кандалах. Филиппу уже захватили. Прав, что не сацкается с ведьмами. Интересно, что с ней сделают. Что-что? Или палачу отдадут, или скормят чудищам. Говорят, тут в подземельях солдатам гадости. Скормят. Не знаю, за что ее там заперли, но у всех чародеек совесть нечиста. Истинная правда. О, что-то венец лета никто не сделал. Никто по ней что-то плакать венец лета. Не будет. Подземелье – самое подходящее место для Филиппы Эйльхард. Лучше была бы только виселица. Йорвит. Если ее убьют, об исцелении Саски ты можешь забыть. Думаю, ее охраняют как спальню императора. А почему он ее так хейтит, я забыл? Они же вроде на одной стороне. К императору это же Филиппа. Не к спеху. А вот в подземелье войти придется. Это же Филиппа. Попробуй попасть в канализацию. Спасает Саски реально. А я тем реально. Временем найду дом Эйльхард. Если она не ожидала ареста, там могло остаться много интересного. Если бы меня арестовали... Так и сделал, если бы меня арестовали. Здесь типа два варианта. Я могу типа... он может типа сдаться. Идти по пути сдачи. Или... Давай похитрим. Поюлим. Можно быстро попасть в подземелье и без канализации. Надо только, чтобы меня арестовали. Да, прикольно. Скорее всего, ты окажешься в одной камере с Филиппой. Но ты забыл об одной мелочи. У тебя берут оружие и закуют кандалы. Я справлюсь. На походы по туннелям уйдет слишком много времени. Ладно, идем. Хитрямба. Я попробую пробраться к Филиппе. А ты, может, найдешь ее дом? Точно. В прошлый раз из ее барахла мы узнали много интересного. Вафаэль Гвинблейд. Теперь марионетка чародейки. Филиппа заколдовала Саскию, когда расколдовала ее, дракон теперь марионетка чародейки. Ужас. Ладно, Вафаэль, братан, куда он делся? Добраться до Филиппа Эрхерт через подземелье и привлечь внимание стражников. О, мне нравится идея с привлечением внимания стражников. Она такая гадкая, что мне... Она такая тупая, что я не могу просто. Гагрулье. Опа, це! Нихрена себе! Не этих стражников я хотел привлекать внимание. А, они просто забили на меня. Подождите, а вы... Если я беру... Нет, я не хочу. Где Гагрулье-то? Вы все? Вы спулились и ушли? Быстро фокусим одну, пока вторая тупит. Отлично, фокусим, пока вторая тупит. Тупит тут кто-то другой. Воу-воу-воу! Отлично, минус Квен. За тупой манс. Минус Квен за тупой манс.
Ладно, все. Я считаю, что горгульи меня победили. На этот раз победа за вами. Я такой... Лайлай. Ребят? Что такое? Подождите. Не на... В смысле, почему вы меня бьете? Хренели, что ли, ребята? Я сдаюсь. Я сдаюсь. Пушку прячу. Ребят? Нет. Не хотите, да? Не хотите, да? Не хотите меня забирать? Заберите меня. На тебе. О, господи, ни хрена себе, они все жесткие. Полибарщики. Что за фигня вообще происходит? Это серебряный у меня в руках? Нет, у меня стальной, по идее, должен быть. Сейчас перепроверю. Да, это стальной. Воу-воу-воу, вот это я в окружение залетел. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Надо арт было. Фух, ни хрена их здесь ма. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Уважаемый, через весь этот город рубиться это. Пойдем-ка под подземельем. Пойдем-ка по подземельям, уважаемые. На тебе. Одного, один гасится легко. Так. Это свои темерские. Это стальной меч у меня. А чё у меня стальной меч такой дерьмовый? Пст, ребят. Ребят. Ребятули. О. Я не верю, что ты убил Фольтеста. Ой, я и не убил. Я его и не убивал. Но награда есть награда. Как профессионал, ты должен меня... Где детонатор? Узнали голос, ребята? Оу-оу-оу! Оу-оу-оу! Понятненько, ясненько, понятненько, ладненько. Это кто? Я знал, что мы еще встретимся. Опять ты. Зильград не забывает унижений. Чего ты хочешь? В этот раз у тебя ничего не выйдет. Весь Айдирн узнает, что значит кулак Зильграда. Выходи на бой. Окей. Братан, я убегал тут от преследования. На какой бой? Я, по-моему, забаговал игру. А, С. Господи, боже мой. Ты троллишь, что ли? С. О, нормально, мне нравится. Смотрите, у него шапка. Ой, я не увидел нифига. Блин, надо нажимать кнопки. Д. На тебе, в яйца. Гад. А пацаны ждут. В. Нормально тебе в щи, да? О, люблю такие мини-игры. Это КТЕ, да? С. Удар в спину, а меня тем временем убивают. Убирайся. Ну, какой стыд. Меня там явно убивают уже. Ты явно... Меня там явно... Новый уровень. Не, рели, новый уровень, они все подождали. Такие добрямбы. Такие... Чё бы тебя... На тебе, дурачок. Фокус, дурачка. Нет, от этого теперь отойдем, пока он здесь. Кусай его за яйца. Я так и делал. Так. Отличный серебряный сбалансированный. Ядрить, колотить меня. Все хотят убить. Арт где? Или что, Игни хотя бы? У меня Игни же, может быть. Не качано, ничего. Трилли... Я Квен сбил, пока просто мимо этого пробегал. Портанулся, дебил. Так, лучника можно... Боже, да вы охренели! Валера, он же просто человек. Я сейчас как... Я сейчас очень-очень неправ. Я очень надеюсь, что у меня сохранение есть разумное. Загрузи последний сохранный вариант. Да. Может, надо, чтобы они тебя загасили, чтобы арестовали? Есть подозрение, что нет. Думаешь, надо? Вот меня вот, например, загасили только что. Не похоже на арестант. На арестанта я не похож, ладно. Что-то я боюсь вообще весь город проносить, а то они что-то как-то... Староват я для этого. Так. Ух, нифига. Это арт так работает сильно? Давай попробуем еще один. Тихо-т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 ихо.
Вы видите по полосу ХП, полосу ХП, ребятушки, это жесть какая-то. Просто отпивайся, не хочу. И это все. Просто ладно, давай сохранимся на этом этапе. Не видим. А, не видите полосу ХП? Ай, жаль. Все, изи. F9. Там, где вебка. Полоса ХП, там, где вебка. Обида. Обидки. Или, может быть, перенести? Не, не перенести. Тайком через город. Ладно. Тайком через город. Попробую. Там через канализацию. Эти чуваки меня. О, я... Сундучелла. Арены. Забираем. Еще арены забираем. Тум-тум-тум. Боже, сукно, ничего не надо. О. Ну-ка, смотрите. За Фольтеса! За Фольтеса? По-моему, я изикатка сейчас вообще придумал. Вот это я и гений вообще. Ты здесь? Угу. Здорово. Что ты здесь делаешь? Мне страшно хотелось увидеть Филиппу Эйльхард в цепях. Интересно, как ты запоешь, стоя на эшафоте. В отличие от тебя, я не сделал ничего такого, за что посылают на эшафот. Для них ты убийца королей. Уверяю тебя, палачи Родовида заставят тебя признаться во всем, даже в сожительстве с троллями. Родовид не идиот, он знает, что я невиновен. И однажды я помог. Ну, это какая-то такая. Родовид политик. Он с большим удовольствием покажет себя благородным мстителем за убитых королей. Прежде чем он это сделает, он услышит о твоих похождениях в Вергене. Поддерживая бунтовщиков, я ослабила позиции Хенсельта. И это самое главное. Родовид сейчас в силе. Его голос решающий на совете. И во многом благодаря мне. И поэтому он отправил тебя в эту нору. Чаще. Ах, ведьмак, это всего лишь недоразумение. Ладно. Ты с самого начала знала, что Саския дракон? Сначала я подозревала, что она не та, за кого себя выдает. Но я так и не узнала правду, пока Саскию не отравили. Только тогда я смогла осмотреть ее как следует. Я видел список ингредиентов для противоядия. В нем нет ни слова о розе памяти. Что ж, каждому нужны верные союзники. Роза памяти очень сильна. Даже самка дракона не смогла противиться моему заклинанию. Так почему ты не можешь ее призвать? Двимерит блокирует всю магию, включая телепатию. Кто-то идет. Угу. Ваше Величество. Я долго ждал этой встречи. Ты так внезапно покинула Риданию, что не оставила мне ни шанса попрощаться с тобой должным образом. Ваше Величество, я не понимаю, почему меня арестовали. Все, что я делала, служило интересам Ридании, поддержка мятежа, ослабление Хенсельта. Я рисковала собственной репутацией для вашего блага. Я уже не тот маленький мальчик, который верил каждому твоему слову. Родовид,
Я была с тобой в самые трудные минуты. Без меня ты бы никогда не стал тем, кто ты сейчас. Я не понимаю. Ты все прекрасно понимаешь. Угу. Ты плела заговоры против моего отца и против меня. Весь Риданский двор трясся от страха перед всемогущей Филиппой Эйльхарт. Но эти времена прошли. Ваше Величество, это не так. Позвольте мне объяснить, в чем меня обвиняют, король. Посол. Трис Меригольд любезно составила для меня список лиц, состоящих в тайной организации, именуемой Ложей Чародеек. В ней состояли также чародейки из Нильфгарда. Но о них вы можете больше не беспокоиться, госпожа моя. Трис, ты сошел с ума. Вы заказали убийство Димовенда. Вы приказали убить Фольтеста. Я подозреваю, что ты также замешана в убийстве моего отца. И если бы я сейчас снял Двемерит с твоих рук, ты убила бы и меня. Тебе конец, Эйльхарт. Мы проведем процесс, чтобы все было как полагается. Да. Но знай, что ты не вывернешься. Тебя обвинят в заговоре, измене и убийстве короля. С тебя сдерут кожу, а потом отправят на костер. Все детство я провел, чувствуя спиной твой холодный взгляд. Когда я отдавал приказы, мои подданные ждали кивка Филиппы Эйльхарт. Весь двор в Тритагоре смотрел, как ты унижаешь меня. Вся Редания смеялась надо мной за глаза. Помнишь, как ты учила меня смотреть людям в глаза, чтобы они первыми отводили взгляд? Король не может показывать слабость и нерешительность. Это твои слова. Я усвоил этот урок в совершенстве. Только тебя мне так и не удалось принудить к покорности. Только тебя. У тебя еще есть шанс облегчить свои страдания. Признайся во всем здесь и сейчас, в присутствии посла. Посмотри мне в глаза и яви свое раскаяние и покорность. Ну, как хочешь. Палач, выколи ее гнусные глаза. Ты совершаешь непоправимую ошибку, король. Ой, нехорошо. Ой, грязюшка какая. Мы еще поговорим, ведьма. Жестко. Когда мне сказали, что Геральт из Ривии сидит в моем подземелье, я не поверил. Геральт, которого я знаю, не дал бы себя поймать. Мне очень хотелось навестить твои подземелья, государь. Что да. У них такого интересного? Гости. Прошу простить, что тебе приходится пребывать здесь в такой скверной компании. К счастью, госпожа Эйльхарт вскоре нас покинет. То есть прошу о снисхождении не для себя, а для Трис Меригольд. Твоя подруга сейчас в руках Фицестерлена. Знаю. Но ведь посол не откажет тебе в небольшой услуге, государь. Не исключено, что мне придется просить Нильфгард о гораздо более серьезных вещах. Поэтому извини. Здесь решаются судьбы целых народов. Судьба одного человека несущественна. Окей. Посол Нильфгарда упоминал о заговоре чародеек. Так сложилось, что меня очень интересуют планы ложи. Планы ложи не должны никого интересовать. Эта организация скоро исчезнет. Я ничего не имею лично против тебя, ведьма. Но из непрошенного гостя ты превращаешься в неудобного свидетеля. Угу. Как я понимаю, меня ждет более подробное знакомство с твоим подземельем. И более продолжительное. Разумеется. Ты не выйдешь отсюда до окончания переговоров. Если ты считаешь, что я мог бы на них повлиять, ты меня переоцениваешь. Политика — это что-то вроде сложной головоломки. Любая деталька может оказаться очень важной. Или совершенно бесполезной. В Локмуинне должен произойти перелом. И его совершу я. Я не допущу второго Танеда. Скоро все узнают, на что способен король Редании. А сейчас пора на переговоры. Да, у вас переговоры. Родовец способный, но слишком молодой. Он еще не понял, что по-настоящему молчат только мертвые. Поскольку Редания оказывает Нильфгарду некоторые услуги, я также помогу королю.
Ставь Трис спокойно. Да. Выпусти Трис. Это было бы неразумно. Если и правда существует место, куда мы все отправляемся из этой юдоли скорби, то скоро вы там встретитесь. Позволь, я освобожу реданского палача от лишних забот. Ах ты гад. О каких услугах идет речь? Ты можешь мне сказать? Хороший там мотай конкурс интересный. Не выдают. Это так. Обещаю тебе, когда твое тело остынет, я расскажу тебе все в мельчайших подробностях. Жаль, ты этого не услышишь. Всех в Лок-Муине ждет большой сюрприз. И магов, и королей. Угу. Люди не любят, когда за них принимают решения. Короли тем более. Ты опасен, ведьмак. И слишком независим. Придет время, и родовит отблагодарит меня. И не только родовит. Убейте его, только осторожнее с чарами. Харт, придержи его. Ух ты, жесть какая. А, я должен был кое-что сделать, я понял. Пипс. 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 Опа, це. Вы что, угораете надо мной? Че, угораете? Господи, ну... Ладно. Ну давайте. Говнючата. Так, Филиппу Эльхарт тоже пропускаем. Ты здесь? Так, вы что, угораете надо мной? Так, F5 как минимум. Как же вы это запарило за сохранение поговорить? Ты... Так, это неинтересно. Ваше величие. Это тоже неинтересно. Глазки... Палач. Глазки вон. Когда мне сказали... Посол... Пошел вон. Родовид спас... А каких... Люди не любят, когда за них принимают решения. Короли тем более. Ты опасен, ведьмак. А он вижу. И слишком независим. Придет время, и Родовид отблагодарит меня. И не только Родовид. Убейте 5. Его. Только осторожнее с чарами. Харт, придержи его. Хорошо. Ну, в смысле? На тебе, не тролли меня. Выведи меня отсюда. Сперва ответь мне на пару вопросов. Кстати, помогу, Денис Вагубович. Шиллерд говорил правду? Про ложу, про убийство королей? Он говорил в точности то, что желал услышать Родовид. Полуправда, вырванная из контекста, не слишком отличается от лжи. Трис тоже принимала участие в заговоре. В этом отношении она чиста и невинна, как слеза младенца. Но, уверяю тебя, во многом другом она была с тобой не слишком искренней. Зачем это все? Я не понимаю, какой вам интерес убивать королей? Помоги мне выбраться отсюда. И я объясню тебе все и помогу снять чары с Саскии. Сними кандалы. И проводи меня домой. Я скажу тебе все. Все. Да еще хорошо сохранилось. Я охотился за тобой не один. Йорвит просто мечтает с тобой встретиться. Брови, что ли, выщипало, спрашивает, скажи. Моя смерть изменит немногое. У таких, как Йорвит, нет права никого судить. Как действуют эти чары? Саския не может противиться моей воле. Но не переживай, она совершенно не страдает от этого. Она искренне верит, что я самый замечательный человек на свете. Так как если бы она была влюблена.
Самое замечательное именно то, что она полностью сохранила способность мыслить. Свой замечательный характер, доблесть, отвагу, честь. Тебе не повезло, у меня слишком мало времени. Почему? Ты станешь мстить слепой женщине? Шиллерд сказал, что Трис у них. Я должен ее освободить, пока они не выкололи ей глаза, как тебе. Отправиться в Нильфгаардский лагерь — это самоубийство. Бросить друга в беде — это подлость. Только я знаю, как расколдовать Саскию. Вытащи меня отсюда. Если я умру, Саския навсегда останется под действием чар. Ты понимаешь, что... Да че, ну окей. Конечно, я должен спустить. По твоей милости, Саския останется безвольным монстром. Ты заслуживаешь смерти. Ты не поможешь, Трис. Даже если доберешься. Попытка не пытка. Ладно, я пытка. Я обменяю Шиллерда на Трис. Что скажет Йорвит, когда узнает, что ты не стал спасать Саскию? Думай лучше о том, что он сделает с тобой, когда ты попадешь к нему в руки. Вряд ли он сочтет ослепление достаточной карой. Думаешь, Меригольд святая? Нет. Не тебе ее судить. Прощай, Эйльхард. Изи. Изи, самец ведьмака. Идем. Мы своих не бросаем, новый уровень. Шевели ваше превосходительство. Это нелепо. Чего ты добиваешься? Я хочу встретиться с Трис. Как ты сюда попал? F5. Опусти меч. Я опущу его только когда перережу тебе горло. Это несложно. Есть один туннель. Веди. Трис и так освободится, да насрать. Я должен помочь. Я-то откуда знаю, что освободится? Я Геральт в тюрьме, пришел за Трис. Левый коридор. Ты отличный проводник. Давай вперед. Руби голову. Сохраняшки второй части пойдут на третью, чтоб я знал. Одно неверное движение, и ваш посол больше не увидит Нильфгаардского солнышка. Мои люди не выпустят тебя живым. Но ты можешь их об этом попросить, посол. Я верю, что ты попросишь. Ренуальд Айп Матсон получил приказ от самого императора. Он скорее умрет, чем отдаст тебе Меригольд. О, это мы посмотрим. Пускай умирает. Это ты. Ты умрешь. Но если ты меня выпустишь, еще не поздно. Ой, прохлада-то какая. Какой ты нудный. Шевели. Вот-вот, реально. С дороги все, иначе старик умрет. Не с места! Я не шучу. Я знаю. Не трать время зря. Убей его сразу. Мы отсюда не уйдем. Ренуальд! Тот, кто принесет мне голову ведьмака, получит орден за заслуги. Не сработал планчик. Но, посол Фитц Эстерлен. Сейчас он вас сам просит. Превосходительство. Приказ из столицы. Вот так вот. Simple as that. Теперь придется вас всех убить. Чего ждете? Взять его! Ну, в принципе, молодец. Клукарей выносим. Кинь, Нордлинг! О, ни туда не пройти. Лукаря, лукаря, лукаря. Фокус, фокус валим. Фокус валим. Как больно-то, сучий конь. Так, 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 фокус, фокус. Не надо, не надо, какой блок? Валим, 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 валим. Видимость лукаря. Два хэви лукарь. Квен, наверное, все-таки. Пофиг на хэви. Фокус. На тебе, бах! На тебе, друг. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Кульбичики, кульбичики, кульбичики. Ой, как плохо. Арт. Сейчас хэвики вышли, хорошо. Это замечательно. Квен висит, квен висит. Сейчас будем кульбитики, кульбитики делать. Кульбитики, кульбитики. Привет, мой
Стрелок. Изи. Так. Квен пока висит, хорошо. Не нафиг. Ардом сбиваем. Еще у нас есть. У нас есть еще какая-то кнопка. Ой, хорошо. Спину гасим. Батюшки, батюшки, как хорошо ты ложишься, сладкий пирожок. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо, не надо, глуп. Мне чужого не надо. Арди где? А на Ардика запала нет. Может 30 способов потом от Саски? Да мне не дадут такой функции. Я забыл, на какую кнопку у нас. Вспомнил на кнопку F. Блок сбить. Ох, Квенчик сбил. Так, ждем, наверное, ждем, наверное. На одном, наверное. Ага. Во второй пришел. Боже, зачем ты потратил-то? Отлично. За императора! Окей. Диардик. За императора! Что я его в лицо убиваю, надо в спинку заходить. Манки нету. О, щит сбил. Изи. Всех размансовал. Давай-ка мы у нас уже таланты пришли. Второе письмо эмиссара. Второе письмо. Его императорскому величеству императору Нильфгарда Эмгрувар Эрмей Эмрейсу. Лично в руки. Ваше императорское величество, после визита к Фольтусу, да будет его земля Бога. Согласно плану, я посещаю Хансет, я представляю вам предложение вашего императорского величества. Кадется склочный народ, их король не уверен в себе, а знаете, дикая и необузданно, их симпатии меняются непосредственно. От населения к настроению. Но это не меняет никакой выборы. Да, это все, это не куча ненужной инфы. Так, я хотел давным-давно... Камеру перед ним хп не видно. Хп было мало, братан. Персонаж. Так, идем дальше. Вихрь боя. Точный удар. Шанс потеря крови. Шанс убить одним ударом плюс 2%. Талы качаем. Талы. Позволяет на удар наносить несколько мельница. Кроме чем мощь. Защита. Может быть. Вот, три посты. Затраты энергии на блок. Давайте-ка вот эти таланты. Здесь репост второй. Пошел репост обрезанный. Здесь и мольница, и меч. Мельница и меч. Вообще жирный ведьмак. Здесь. Мутагены, кстати, здесь можно повставлять. Мутация. Но слабые. Слабые мутагены. Нет, есть какие-то мутагены хорошие. Мутаген безумия, легендарная вещь. Алхимический ингредиент, не мутаген. Здоровье плюс 5, бандерон знаков плюс 1. Такой мутаген интересно повесить. Саша Кек, яд, пишет Лиздерб. Принято, закекаю. Бандерон знаков. Нет, так мне не надо, мне надо дамажный мутаген. Не, выход, не буду мутировать. Не буду мутировать, мутация, выход. Здесь выход. Путь меча у нас хороший. Путь алхимику, путь алхимии, путь магии. Мы вообще просто отсюда свойства персонажа.
О, нифига себе, не знаю, что такое можно. Уровень 33, что это за фигня вообще? Я такого не знал. Знания. Здоровье, восстановление здоровья. Нифига. Принуждение Аксиум уровень 3. Поджигатель. Бе. Все такое слабое. Так, ладно, хорошо. Это сделали. Алхимия. Надо не забыть ласточек. Рецепт ласточка, 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 ласточек. Изи штук. Создать штук сразу 5 на будущее. Ласточка — это основная штука. Кошка на будущее сразу тоже 3 штуки. В принципе, у нас много есть на самом. И самом мы более-менее пользуемся. Почему 2? А только взрывные грибы. Взрывных грибов мало. Это грибы-щебальцы, да, по-моему? Склеродерм называется. Черт. Рецепт сон дракона, алхимическая форма. А что такое коричневое масло? Я, кстати, этим забываю пользоваться. У меня же маслица есть. Ожидание. Ну и само собой один часик давайте один часик отдохнем. Выход. Чтобы пол хп было. Вот это вот так фул хп, блин. Медитация. Ожидание. Вот 2 часика отдохнем. Выход. Блин, хп вообще не восстанавливается в упор. Ладно. Сойдет и так. F5. Так, здесь везде есть сундуки. Сундуки — это очень здорово. Железное кольцо, пущай будет. Здесь куча ненужной фигни. Нужен ключ. Дратва, сукно, кожа, масло. Масло, бе-бе-бе-ме-ме-ме, куча ненужной фигни. Нам сюда явно. F5. Ворота закрыты, должен быть другой путь. Вот он другой путь, наверное. Вот же шок. Саша, Саша, ты ли это? Ссылочка на радикал. Ух, ежик. Ай, как больно, да перестань ты. Вот тебе, вот тебе. Так, сразу давайте медитация. Да можно, можно, давай выполним. Давайте выполним. Так, сейчас, секунду. Серебряное кольцо какое-то. Югардский меч, плохо. Еще одно серебряное кольцо. Изи. Escape, медитация, нет. Почему здесь? А, здесь нельзя вообще в общем и целом выполнить это действие. Какая грязь. Мой реген. Я хочу хороший талант ведьмаку на реген. Здесь куча ненужной инфы. Фу, фигни. А, ну пошли дальше. Прыгаем вниз. Этот... Ле француз, что ли, я не помню. Месье был француз. Сохранения работают. Так, спрыгиваем сюда. Гидри, там тьма их. Не очень здорово. Ты правда думал, что сможешь здесь просто пройти? Во славу императора! Убейте его! Так, тихо. Еще нет, не думал. Я передумал. Поджог сработал. Да куда же вы так огребаете-то? Дорогой Геральт. Ой, хорошо, Клевчанский работать пошел. Ты
армии Императора неисчислимы. Это же реально батмановский голос. Ряды армии Императора неисчислимы. Очень жаль. Реально хороший клиф такой. С вертухи такой просто. Кстати, тут надо блоком на самом деле пользоваться, если на то пошло. Хотя, слушайте, мы в воде, конечно. И это не должно сработать, но, по-моему... А, у меня пока что слабый этот игни. Совсем слабый. Жесть. Это минус. Может, обе концовки пройдешь, загрузишься к выбору? Обе концовки? Скажите последний сохраненный вариант игры. Какие, прости, концовки? Они где изменяются? Саша, кек яд. Лиздерп, я слышал, конечно же, зачекирую. Подожди, пожалуйста. Блин, здесь... Подожди, медитация здесь работает? Я просто хочу ласточку выпить. Эликсир, а, изи, халява. И сразу грач увеличивает урон от меча. Изи, ласточка. Изи, грачик. Изи, выпиваем это дело. Изи. Холодный пот прошибает. Изи, достаем масло. Масло, масло, масло. Берем масло. Где наше масло? Масло, масло. Приманки, все компоненты алхимии. Алхимия. Глаза трупоеда, кровь трупоеда. Не-не-не. Конце приманки, мусор, вещи, эликсиры, ласточка, усиление, масло. Здесь вот надо масло. Урон призракам. Фигня, фигня, фигня. Кровотечение. Получи яд. Отравление плюс 30. Оба отравления, одно кровотечение, другое отравление. По-моему, и то дот на нашу отравленную зириканскую саблю. Изи, улучшаем предмет. Да. Здесь, в принципе, метательный серебряный клинок. F5. Ты правда думал, что сможешь здесь просто пройти? Ага. Во славу Императора! Убейте его! Так. Надо больше блоком пользоваться, на самом деле. За Нильфгард! Чё ты так тупируешь-то? Не надо арт, не надо арт. Квен. У меня репост уже есть вовсю. За Императора! Ой, как ты дамажишь, классно, а? Какой ты умничка. Еще хуже, ее красота. Квен, давай. Саму мог надо было накрафтить. Крутимся, живем. На тебе, демон. На и тебе, демон. Не надо по мне бить. На тебе. Господи, куда ты контришь-то? Так, этого добить надо. Куда, куда, куда? В 9. Когда с Филькой говоришь, куда пойдешь, 30 сиди с ней. Я понял, понял, понял. Ну, посмотрим, не знаю. Так а там до конца, если там не... Ну, подожди, я в 9. Если там до конца немного... Покажи уже Блэдмастер Блэдторм Critical Damage. Вот реально хочу показать, не могу. Отличный серебряный сбалансированный меч. Блин, может быть, в ловушку их? Давайте попробуем в ловушку. Квен, Квен Ирден. Ты правда думал, что сможешь здесь просто пройти? Во славу Императора! Убейте его! За Императора! Нильфгард! Ряды армии Императора
неисчислимы. F5. Грязь-то какая, а? За императора. Император Майкок, блин. Свинья. Ванафлай хоть раз врал? Ванафлайчик, а что ты говорил? Ванафлай, что ты меня спрашиваешь? У вас там тёрочки какие-то? А, тёрочки у моих девочек? Не ко мне. Ты правда думал, что сможешь здесь просто пройти? Во славу императора! Где сразу Квен? Сразу баф Квена. Давай, братан, давай быстренько. Быстренько, быстренько. Да ты троллишь меня. Ты чё, глупый? За императора! Дебил. Дебилы. Суслик прирожденный дебил. Давай. Нет, да пошел ты. Блин, мне нужен щит. Я хочу быть ведьмаком со щитом. Я там огребаю просто как... Ласточка, работай. Пора хапиком пенять. Да давно, давным-давно. Пусть Darksiders 2 поиграет. Блин, нормально. Ты правда думал, что смог пройти во славу императора? Убейте его! Один в сторону пошел. Давай вот ему к тебе. За императора! А ты уйди оттуда. Да фокусить надо. Да фокусил? Да чё ж ты так налетаешь, что демон? Ты можешь просто тычечку, дайте такие, тычечку, дайте такие. Господи, господи. Ну что, железный зад? Железный зад. Железный. Так он уже на месте, понимаешь? На следующий ХС уже есть готов плейлист? Нет, конечно. А, ну. Так, всё. Ирден. Во славу императора. Вот так вот. Убейте его. А почему у вас теперь двое здесь? Блин, как вы меня барагозите, а? Блин, ладно, давай репостом убивать двоих чуваков. Так, ладно, может быть просто подольше времени потратить. Давайте зарегеним. Давайте зарегеним, давайте зарегеним. Я просто... Пойду дальше сериал глядеть. Гляди. А это тебе не сериал? По-моему, день сурка сплошной. Ты правда думал, что сможешь здесь? Рден, во славу императора! Убейте его! Тихо, тихо, тихо! Чё ж ты так блэдштормишь-то? Почему ты уже вышел из стана, сволочь красная? Не надо меня бить. За императора! Крёп просто по какому-то аду. Он меня еще дай задел. Я первую волну из четырех убить не могу. Первую из четырех волн. Там, наверное, еще будет. Ладно, все, давай по старинке. В жопу репосты, жопу Ирден. Квен. Висит Квен, бьешь. Не висит Квен, не бьешь. Все. Ты правда думал, что сможешь здесь просто пройти? Ага. Во славу императора! Убейте его! Dark Souls какой-то, да как бы. Кинь, Нордлин!
Квена нет. Отошли. Хорошо по нескольким вот так вот силовым стилем. Силовым стилем хорошо заходит. Вот поэтому. Ой, хорошо. Не-не-не, здесь из окружения выйти. Вот теперь можно проатаковать. На тебе. И поэтому. Вот. Лё, император! На тебе, демон. Пошел ты. Армии императора неисчислимы. Угу. Патч троим. На тебе, Клипчанский, на тебе еще. Не-не-не. На тебе, демон. На тебе. Ой-ой-ой. Сдохни, пес. Это я, это моя фраза. Коронная. Так, покайтируем немножко. Не нравится угол. Ух. Так. Набафался, набафался просто. Нет, 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 этого не делаешь. За императора! Ух, расфасовались-то, демоны. Офигеть. В угол. Что, ты точно уверен, что к утру пройдешь? Да. Изи. Так, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ага, еще три влетают. Хреновы французы. Леша Верма. Леша Верма. Хорошо. Валим отсюда. Ой, как наполучал. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Ты не тролли меня. Не тролли меня, игра. Ух ты, одинокое чудовище. Огребалово какое-то. Валим отсюда. Сдохни, пес, это просто 5. Так, валим. Тихо, 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 тихо. Где битый? Да почему ты? Нет, нет. Битый, вот он. Да куда же ты, демон? Не добиваешь-то. Нильфгаардский солдат поглощает весь урон. Это такая жесть. На тебе. Господи, я не добил его. Так, вот поэтому. Вот так вот. О. Саша, ты увидел стрим, это же ты. Ой, хорошо. Ой, запотело. Ой, запотело. Ой-ой-ой, запотело. Запотелушка. Ладно, хрен на все. Хрен на это все. F5. Я старался. Поздравляю, ведьмак.
Это были мои лучшие люди. Хамим. Хреново ты их подбирал. Они не были готовы к такому противнику. А ты чё, готов? Если не хочешь кончить, как они, освободи Трис. Ты меня удивляешь. Как можно рисковать жизнью ради ведьмы? Ты забыл, я ведьмак. Есть вещи, которых ты не поймешь. Например? Дружба. А скажи мне, стоит ли дружить с предателями и заговорщиками? Против тебя, да. О чем ты? Твоя подруга и остальные ведьмы устроили заговор против ваших королей. Ну так не против Кайра Мархена же, правильно? Интересно, говорю. Откуда дальше ты знаешь? Из самого верного источника. От нее самой. Как вы убедили ее сознаться? Показали ей признание других членов ложи. Звучит неубедительно. Это не важно. За время нашей беседы мои люди успели подтянуть подкрепление. А ты хитрец. Может, хотя бы они будут драться, как мужчины? О, да. Уверяю тебя. Сейчас там просто гелиополисы будут стоять какие-то. Окружить его! Скотина. За Нильфгард! Вот пес. Вот псы. За Нильфгард! Фаербольщик. Я горю. Я догорел. Что здесь забыл? Отдых. На-на-на-на-на-на. Где же ведьмак? Куда пропал ведьмак? Непонятно. Скажите, а вы не видели ведьмака? Так тупо. Меня сейчас просто убьют и все. Ой, как жестоко-то, а. Как жестоко. Видели? Где Геральт? О боже, такая пачка гопников. Поздравляю. Освободи Трис. Не... Ты меня удивляешь. Давай. Есть. Давай, твоя... не базарь. Ты лжешь. Тебе идиот. Звучит не... Это не ва. Может, хотя бы... Вот. Так. Окружить его! Мне нужно хорошее место для Кайта и вырубить... Хороший старт, вот вообще просто шикарнейший. Вырубить мага надо. О, шикарно. Вот моего мага вырубим. Ой, хорошо, как он ушел. Так, теперь лукари вырубаем. F5 здесь можно сделать какой-нибудь? Пипец. У меня вообще-то перк на отбивание стрел есть. У меня вообще-то есть перк на отбивание стрел. Я что, по пути меча для бабушки твоей шел, что ли? Ладно, есть вещи. Да, конец игры. Да, конец. Ладно, я выхилюсь на фул. Йен или Трис? Я еще пока что по книге до Трис даже не дошел. Так отбивай репостом. Ты умник? Самый умный, да, у вас? В семье, наверное, у себя. Ладно, я знаю, надо перерыв. Надо перерыв на зачекировать Яндекс и Кивас. Человек просил проверить. Отбивание only при блоке. Отбивание стрел при блоке. Так, в смысле, ты что предлагаешь? Отбивать стрелы, они у меня стоят, а я блок держу? Отличный план. Отличный план. Просто отличный план. Я тут, пишет экзотик. Спасибо большое, экзотик, за поддержку. Лиздерб просил зачекировать яд. На яде пусто, и Лиздерб. Видимо, багло какое-то или еще что-нибудь. Глянь скрин. Сейчас, подожди, мне надо сначала... Так. Ты... Есть... Ну, надо вообще дохилиться, на самом деле. Окружить его! Я, кстати, если вы не заметили...
Я в прошлый раз так здорово его мага слил. А метка. Он может в своего попасть? За Нильфгард! Слушай, по ему может. Слухари так выносят. За Нильфгард! Просто с первой стрелы обделаться. Вот так вот тупо, да? Он бил куда-то в сторону, я перекатик сделал. Так, ладно. Так, давайте здесь медитация. Ожидание. До заката подождем. Эликсиры. Выпиваем ласточку. Гром кончился. Грома больше нет. Подожди. Я могу в алхимии еще гром создать? Гром, 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 гром. Грач. Вот грача изи, а гром никак. Подожди, это все рецепты, что у меня есть, рили? А что мангус дает? Сопротивление? Слабенько, по-моему. Ласточку употребил. Выходим отсюда. Зарегенерили чуть побольше. Я, блин, не сохранился, кстати. Окружить его! Чувак вообще меня бьет щитом. F5, Квен. О, уже колдун здесь. Какой Мэнни на Эдет Хеа? Иди отсюда, бомж. Хренов блокировщик. Тихо, тихо, тихо. За Нильфгард! Кто-то можно добить здесь. Вы позор для империи! Щитники! Да ты офигел! Просто офигели щитники. Щитники Майкок, блин. Перезаряжаешься? Я в огонь наступил и сдох. Новая способность, поджигатель у меня есть. Вот это я элита. Я наступил в огонь и получил новую обилу. Нет, главное быстро вот эту довалить и отойти. Не надо никуда прыгать. Геральт, скрывающий боль от перекатов. Не надо. Рун... О, кстати, он вместе с ними. Щитники. Так, давай вот этот... Так, нет. С вами будет тупо долго. Может быть, бомбы какие-то? Или, может быть, через репост? Вот, кстати, много получил щитник-то. Скрывающий боль от перекатов. Вот этот вырвался вперед. Просто Квен отдано. Тебе интересно было бы читать книгу, когда Юра только уже катался бы? Ага, их даже не зарепостить было. Вообще грязь. Геральт.